Приветствую, друзья! Давно не снимал роликов на YouTube. Вот появился повод, приобрел себе новый мотоцикл Regul Moto Dino и решил запилить обзор на него. Данный мотоцикл поставляется с ПТС, ну и, соответственно, можно его зарегистрировать, поставить на учет и передвигаться как и по бездорожью, так и по дорогам общего пользования. Так, ну что, с чего начать? Начнем сверху, да? Здесь установлен руль. Хороший такой руль IGP, толстый, прочный руль, мягкие грипсы, ход ручек не короткий, это, в принципе, очень даже хорошо для того, чтобы кататься по городу. Вот. Потом полностью настраиваемая передняя и задняя подвеска, все настройки имеются, на отбой, на сжатие. И вот задняя подвеска также с настройками, вот с таким вот бачком. Здесь у нас, значит, прогрессия с такими толстыми рычагами. Очень мощная прогрессия. Это очень даже хорошо. Снизу имеется пластиковая защита, которая идет вот от начала и защищает вплоть до прогрессии. То есть грязь, соответственно, никакая попадать сюда уже не будет. Имеется кикстартер, но кикстартер упирается у нас в подножку. Не знаю, почему здесь так не придумали защелку. Ну, в любом случае завести можно, если вот так подножку отжимаем, можно завести. Мотор здесь установлен 172 FMM, объем 250 кубов и 21 лошадиной силы. Вот, рама здесь достаточно толстая, мощная. В принципе, запас прочности у нее большой. Также из плюсов, что здесь есть, установлены такие пластиковые защиты для того, чтобы мотоботами не испортить покраску данной рамы. Задний тормоз односуппортовый, второй передний, значит, у нас двухсуппортовый. Это аналоги КТМ. Тормоза достаточно хорошие, хорошо держит. Вот. Что еще есть? Пластик здесь от Husqvarna 2020. Очень даже такой красивый. Пластик твердый. Во внутренней части впереди имеется такой, как бы, направляющий, да, для того, чтобы холодный воздух шел прямо к двигателю и охлаждал его. Тоже такое хорошее решение. Так, по осветительным приборам. Лампы. Дальний, ближний, диодные. Поворотники также диодные. Сейчас покажу. Вот таким образом они горят. Есть дальний свет и ближний. Это включить и выключить двигатель. Странно, здесь ничего нет, получается, да? Только все переключатели на левой стороне. Так, на панели приборов у нас показывает скорость, затем тахометр и какая передача сейчас на данный момент. Также включение и выключение поворотников. Что еще рассказать? Сиденье достаточно такое плотное, шушаво, не дает выскользнуть водителю. Объем бака здесь 9 литров вроде указанного производителя. Но я заливал 8, и 8 получается под крышку почти заливается. Двигатель сам по себе достаточно экономный. Примерно вот расход у меня был. Я гнал мотоцикл от магазина до того места, где живу. Это было где-то километров 180, и вот у меня ушел бак бензина, то есть где-то около 8-9 литров на 180 километров. Так, ну из минусов, да, что минус — это
то, что бак выпирает. Вот если посмотреть спереди, пластиковый бак очень сильно выпирает наружу. То есть при падении на эту сторону большая вероятность того, что бак будет поврежден. Это я считаю минус. То есть он как-то вот слишком сильно выпирает. Ну, крайник точно повредится. Крайник прям еще дальше выпирает. Вот. Еще какой минус. Еще один минус есть, то что мотоцикл предназначен для того, чтобы поставить на учет, однако в задней части не предусмотрели крепление для номера. Вот придется что-то придумывать, ставить сюда рамку и потом уже номер вставлять. Но крепления нет, хотя ПТС есть. Тоже хотелось бы, чтобы такие вещи были доработаны. Но в основном, вот, мотоцикл в остальном как бы очень хорошо, очень качественно собран. У меня до этого был Авантис, и по сравнению с Авантисом это как бы, ну, не то что небо и земля, но значительно лучше качественная сборка вот именно на Регульмото, чем на Авантисе. Все проведено в таких вот чехлах прорезиненных, да? Вот, везде все вот так вот собрано, то есть все очень качественно, все закручено, все подкручено, все хомутами стянуто. Вот, везде есть такие пластиковые защиты для того, чтобы не повреждать металл, да, плюс защита уже штатная стоит. Затем есть слайдер цепи, здесь ловушка и там ролик, вот, чтобы подтягивала цепь. В принципе, это очень хорошо, не надо ничего докупать, устанавливать, все уже идет с завода. Также плюс это имеется вот такая защита, да, от грязи, для того чтобы грязь не попадала на амортизатор. Амортизатор чистый, тоже очень большой плюс. Единственное, вот я не помню, что это за штука такая вот здесь висит. Если кто-то знает, то напишите в комментариях. Я так и не понял, куда ее, что зацеплять. Вот такая штука висит. Цепь здесь 520-я. Сальниковая O-Ring. Очень такая, в принципе, нормальная цепь. Пока ее менять, я не вижу смысла. Вот. Также, что еще из плюсов, здесь переключатель складной, короткий, тоже такой хороший. Мотоцикл сам по себе достаточно мощный, на горке, на препятствия залезает, в принципе, очень легко, хотя и вес у него не такой уж и маленький. Он за правильном виде, по-моему, где-то около 120 килограмм, даже более 120 весит. Ну и плюс вес райдера. Вот такой вот новый мотоцикл Дина или Дюна, не знаю как называется. Ну все, дальше по ходу использования я еще сниму ролик, но пока первое впечатление очень даже положительное, очень нравится мотоцикл. На небольшой скорости, если передвигаться, очень даже комфортная езда. Но единственное, если разогнаться где-то под 90, под 100, то очень сильная вибрация, потому что двигатель здесь без балансирного вала. Вот, и начинает как бы как на терке, да, начинает трясти. Вот такие дела. Ну все, ребят, всем счастливо. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях и ответьте мне, вот, пожалуйста, вот на этот вопрос, вот это что за штука, да, что это такое вообще. Вот эта штука мне осталась такой непонятной. Ну все, всем счастливо. Вот такие у нас природные красоты. Все, всем пока.